Приветствую всех, мои родные и любимые, кто не забыл еще меня, помнит. Я хочу записать видеообращение. Кто помнит, Елена из Барнаула, она приютила к себе одинокую маму с тремя детьми в цокольном подвале там своего дома. Ей нужна помощь, и я хочу записать такое обращение, как всегда, с помощью, кто желает помочь, поучаствовать в горе человека, то милости просим. В описании добавлю, как всегда, все реквизиты. Там есть прямые реквизиты, ну, российские, карточка там Александры, мамы, троих детей. Ну, если кому-то там из-за границы, кто как всегда знает, там мой PayPal будет. А в сторону можно тоже сразу переводить непосредственно Александре. Ну, в принципе, добавить нечего. Кто меня знает, знает, зачем я это все делаю. Милости просим, кто хочет помочь, всегда, всегда делайте это с радостью. Все, всех обнимаю, обнимаю крепко-крепко. Саша, здравствуй. Это вот Саша, у которой трое деточек. Вот, мы хотели снять, что вот обратиться за помощью. Это Кирочка маленькая. Кирочка, ей сколько? Она еще грудь, да? Еще кормишь, да? Еще двое деточек, да? Сыну сколько? 4 года. И дочь старшая, 9 лет. Ходит в школу, во второй класс. Здравствуйте, я Саша. Мать троих детей, как вы уже поняли. Дом у меня сгорел, жила раньше на съемном жилье. Хозяйка меня не поставила в известность, что дом стоит на продаже. Просто позвонила за 2 дня, сказала, чтоб я съехала. Так как я живу на пособие, денег у меня не было. Пришлось ехать пока к Алене в цокольное подвальное помещение. Живем пока у Аленки. Прошу о помощи, чтобы снять квартиру, так как финансово мне никто не помогает, и денег у меня нет. А вот этот дом был под материнский капитал, да, покупали, который сгорел? Да. Ну, а вообще никакого ничего нету больше, да, ничего? И родителей нет? Родители у меня. Папа умер, мама не помогает, потому что мама умирает. Одна ты, да, без мужа? Я одна, без мужа, мужа нету. Лучше без него, чем с таким мужем. Ну, вот, как-то. Ну, а какие-то планы-то вообще есть на будущее же, да, что-то там? План сейчас встать на ноги, начать работать, подработки. Первое время. Строиться. Ну, тяжело еще ребеночек, да, его же не оставить никак. Ребенок маленький, но сейчас все равно что-то. Вот садик, так что-то садик. Пытаешься. Сейчас говорят, что в 2 можно будет пойти, через годик она уже пойдет. И потом хочешь садик, да, это отдать и работать, да? Да, да, пойду работать, буду откладывать, убирать, ну, соответственно, строить на том доме, ну вот, который сгорел. Братья, сестры, родные, любимые, вот такие солнышки у нас есть. Саша очень любящая мама, она любит, заботится, деточки чистые, всегда сытые. Вот, мы просим вас о помощи, помочь. Там по 8, да, мы нашли? Ну, мы нашли дом с газом, все, ну, все условия нормально, для детей, да? 8 000 в месяц. Прошу о помощи, буду благодарна всем. Ну вот, мы нашли, потом это снять, да, можно будет туда съездить, снять, вот, который нашли, что мы, да? Надо видео, что показать, что это вот, ну, все реально, деньги, которые окажут, что пойдут на этот съем, что не куда-то там, правильно? Да, что все можем предоставить. Вот. То, что отдам хозяйке деньги, расписку возьму. Ну, сейчас можем тяжело, надо встать на ноги, да, моя лапочка, помаси. Ну, хорошая девочка. Ну, все, спасибо, Саша, га.